Друзья, всем привет! Я только вчера узнал об этой новости, что вышла какая-то новая пассивка. Я сразу такой, а почему я не в курсе? Какая еще новая пассивка? Я всегда записывал ролики с новыми пассивками, никогда не пропускал, выбивал, тестировал. Мне это всегда было интересно, потому что на основном аккаунте все персонажи есть, а вот пассивки добавляются постоянно новые. Естественно, я стараюсь поддерживать тонус флоу аккаунта и всегда донатить. И вот вчера, оказывается, или позавчера, я не знаю, как я это пропустил, вышла новая пассивка на Сэнди. Но из-за того, что я играю сугубо на аккаунте без доната, я на основу захожу очень редко. И как-то я упустил эту новость, что вчера добавили новую пассивку на Сэнди. Не знаю, друзья, видели вы уже ее, не видели. Я думаю, что да. Это песчаная буря, которая восстанавливает 300 очков здоровья в секунду вашим товарищам по команде. Предыдущая, напоминаю, в песчаной буре наносила врагам по 200 очков урона в секунду. Для соло режима, мне кажется, вот эта пассивка более полезней. Это, ну, конечно, очевидно для только командных поединков. Но, опять же, насколько она эффективна? Вот это хочу сейчас проверить. Задоначу сейчас, куплю ее и, в принципе, пойдем затестим. Усаживайтесь поудобнее, кто кушал, приятного аппетита, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, до 2 миллионов осталось совсем чуть-чуть. Ну и погнали, потестим новую пассивку. После этого, ребят, сегодня еще будет ролик на твинке и, возможно, еще будет один интересный ролик с донатиком. Рекламная пауза. Итак, друзья, у меня есть бокс, и давайте для начала попытаемся выбить ее. Если не получится, то топ, конечно же, купим. Так, у меня их немного, конечно. Есть. Так, дальше. Подарок. Слушайте, мне прям очень хочется именно вытащить с подарка. Пожалуйста, сундук. Ах, нет. Ну что ж, тогда покупаем за 2000 золота новую пассивку. Пам. Отлично. Звездная сила на Сэнди. Итак. Сэнди. Выбираем. Давайте выберем режим, в котором... В котором, я думаю, эта пассивка будет полезна. Брулбол, ну такое. Захват кристаллов, может быть. Осада, может быть, да. Давайте попробуем сначала в захвате кристаллов, потом попробуем в осаде. В разных режимах хочу это все затестить. И можно, в принципе, попробовать даже в ШД дуо. Почему бы и нет. Кстати, друзья, вчера я записал ролик, где я попытаться хотел апнуть 10к за один день. И вчера, ну, и у меня цель была на стриме поднять 500 кубков. Но вчера стрим был очень крутой, спасибо, кто был на стриме. Но реально, КПД был небольшой. Вот, ну, я думал, что на стриме реально апну много кубков. Но мы занимались чем угодно, но не апом кубков. Где-то час мы потратили на то, что я просто в ШД пытался там Фрэнка поднять. Потом много было заказов по пиаров каналов, пиаров кланов. Тоже на это ушло много времени. Ну, короче, мы апнули 200 с чем-то кубков. Но это очень мало. Плюс я сейчас... Мне надо будет уехать на полдня. Тоже такой момент. Короче, о! Смотрите, хилимся. О! Ну, это... Это, конечно, прикольно, но... Знаете, мне кажется, реально, они... чтобы... Это Лего, она должна быть имбовой. Ну, мое мнение. И чтобы... Ее пассивка, ее ульта была прям супер крутой. Ну, сделайте вы первая пассивка, чтобы наносила не 300 урона, или сколько она там наносит, а 500. А вторая пассивка не 300 хилила, а тоже 500. Ну, то есть, тогда бы было реально вообще супер. Ну, просто, камон. Вот эта турель от ПМ, она хилит 500, да, по-моему? О, хилимся. Не, ну, прикольно. Хилка, на самом деле, сейчас... Получше будет заходить, нежели урон. Потому что, ну смотрите, все члены команды хилятся. Абсолютно. Это круто. И мы тупо поддерживаем. И плюс еще ПМ у нас в команде. Это очень было изи. Она поддерживала ХП нам своей аптекой. Круто. Погнали в осаду попробуем. Мне понравилось. Но я бы не сказал, что это супер имба. Чтобы это то, ради чего бы я сейчас пошел тратить деньги, чтобы выбить эту пассивку. Нет. Есть пассивки более по имбове. Допустим, у Шелли восстановить полностью себе ХП. Ну, там не полностью, какой-то процент. Сейчас получается... аптечка перезаряжает на... 1800 хп, да? Ну, раньше она больше, по-моему. Ну, в общем, у Шелли пассивка по имбове. То Сэнди... Блин, ну, лично я свое мнение высказываю. Может, объективно она и нормальная. Но я высказываю свое мнение, и мне кажется, что на Сэнди можно сделать чуть-чуть пассивку по имбове. Ну, типа, нет ее особенности. Ну, я первый раз сейчас играю, поэтому, может быть, потом
она реально зайдет, присмотрюсь, да? Бывает такое, первое впечатление всегда обманчиво, знаете? Так. Ну, в целом, да, прикольно, что она подхиливает. Ну, мне кажется, 300 хп реально мало. Тихо. Куда, куда? Есть. Бля, прикольно, что мы хилимся реально тупо в этом облаке. И оно реально быстро набивается, видите, вот. Я кинул ульту, все это время мы под хилом, и я уже вторую ульту набил. То есть в этом плане круто. Так. Сейчас опять, о, уже вторая ульта есть. Оп, чикс. Думаю, тупо хилимся. Оп, 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 оп. Найс. И уже, уже следующая есть. Ну, сейчас тупо насобираем, и я... Да хотя, в принципе, можно опять юзнуть. Опять в стелсе, чекайте. Вообще топчик не в осаде. Смотрите, мы тупо противникам не даем даже центр занять. Я постоянно нон-стопом юзаю. Я хочу набить. Блин, я не успею набить. 9 уровня. Я хочу просто кинуть эту хилку. А робот она будет хилить, интересно? А, все, мы же... Чикс. Оп. А ну, робот. А не, робота не хилит. Так. Так. Ребят, скоро я новый проект закончу. Мы что, не добьем? Я скоро новый проект закончу. Я хочу на основе поднять трофеи. Ну, то есть, запушить персов, я не знаю... Шелли или Спайка на 1000, остальных... Ну, короче, поднять трофеи. То у меня 13900, это очень мало для флоу аккаунта. Ну, я просто не играю на основе абсолютно. Я всех поднял на 500, у меня была цель всех апнуть на 500, тогда, когда 20 ранг был максимальный. Сейчас уже много рангов добавили, да, и, короче... Короче... Хочется поднять... Хочу на спайке поиграть. Я так соскучился за фуловым аккаунтом, если честно. Блин, у меня полностью, у меня все, что хочешь, здесь есть. Какой же крутой аккаунт. Я его реально хотел разыграть в один момент. Но сейчас понимаю, что нет, ни за что на свете. Погнали в ШД, заберем жетончик. Но только теперь не на Сэнди, а на спайке. Хотя можно было бы затестить сейчас Сэнди в дуо, реально. Ну, типа... Эффект понятен. 300 хп, я посмотрел, сколько это. Это незначительно много, но когда оно тебе на пассиве каждую секунду отхиливает, это прикольно. То есть команда реально на процент серьезно становится сильнее. Когда для одного персонажа не особо это много, а как для трех членов команды, да, это достаточно неплохо. Ну, то есть вы видели, да, в осаде. Так, блин, как же я обожаю Спайка вообще и его новую пассивку. Боже, еще этот скин. Не, что, скин меха тоже на ворона классный. Но мне ворон сам по себе не так нравится, как Спайк. Просто у ворона не такой урон, а мне нравятся персонажи с уроном. Оп. Чпок. Как он? Я наперед вроде. Так, чикс. Чуть-чуть мимо. Проверяем. Не, ну вот с этими колючками это... Это супер. Спайк имба. Оу, как я тебя не спалил. Ну он, конечно, дурачок, что спалился. Бля, не достают немножечко. О, достали. Ай, немножечко криво. О, найс. Ну от Спайка не уйдешь. Отлично. 4 бойца, надо взять топ-1, чтобы по красоте было, да, друзья? Спайк со мной тимнится или нет? Бум. Так. 5. Итого 3 бойца осталось. Бык, Спайк и я. Ну что ж, я думаю, что для начала надо мне убить Спайка. Так. Блин, то, что у него ульта есть, мне не нравится. Мне надо тоже ульту набить. Так. Так. Есть. Ну все, это изи катка. Пум. А, она его хилит. У него пассивка с хилкой. Все, друзья, победа. Короче. По поводу пассивки Сэнди. Ну хизы. Я не... Мне... Она лучше, мне кажется, чем... предыдущая, которая наносила урон для 3 на 3. Но она не стала имбой, как по мне. Может быть.
Я вот сейчас задумываюсь, потому что, ну, она прикольная, но, знаете, имбовости я не увидел. Но, я же говорю, первое впечатление всегда может быть обманчивым. Вот просто на Шелли сразу понятно было, что это пассивка имба, когда восстанавливается, сколько там, 40% или сколько там восстанавливается, или 30%. Честно, я не знаю, сколько в процентах, я никогда на это внимания не обращал, играл, вот, о, восстановились хп, и классно. А сколько их восстановилось в цифрах, я никогда на это не обращал внимания. Но это было, чувствовалось, что имба. То у Сэнди, ну, надо поиграть, надо понять. Ну, вот такая вот новая пассивка на Сэнди, друзья. Постараюсь еще раз не пропускать. Возможно, вы уже видели эту пассивку, но я только сегодня вот ее затестил. Спасибо вам за просмотр. Ждите, сегодня еще будут ролики. И сегодня приходите на стрим, ребята. Я скоро буду стримить каждый день. Ну, может, не каждый день, там, сделаю скоро график, но стримы будут чаще, чем обычно. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Улыбайтесь и не болейте. Пока.